Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня мы рассмотрим с вами пример применения остеозамещающих материалов для пластологенного происхождения на примере удаления зуба с существующим или получившимся в процессе удаления дефектом. Например, на сегодняшний день это будет дефект в области вестибулярной стенки. Мы начинаем классическое удаление с отслаивания острым методом скальпелем, рассечением периодонтальных волокон, соблюдая все принципы о травматичности удаления зуба. После того, как мы с вами рассекли периодонтальные волокна, мы приступаем к отслаиванию более глубоких структур пизоэлектрическим аппаратом и специальной насадкой. Под действием ультразвука разрушается периостальные связи, удерживающие зуб, и лунка зуба выглядит более целостной, соблюдая все правила травматичности. Итак, наш зуб готов к удалению. Так как это однокорневой зуб, мы его люксирующими движениями, вращающимися, просто вывихиваем и достаем. Зуб мы удалили. А теперь мы приступаем к формированию принимающего ложа для остеозамещающего материала. Сначала мы оценим с вами дефект на вестибулярной стенке. Для этого нам придется откинуть лоскут. Я рекомендую вам делать вертикальные разрезы для послабления, для перемещения будущего ткани, для того, чтобы откинуть лоскут с дистальной поверхности от дефекта, соответственно, менее видимым глазом у пациента зоне, если это, конечно, возможно. Сейчас мы с вами производим отслаивание лоскута вестибулярного острым методом, скальпелем. Мы начинаем уже визуализировать дефект. Дефект, скорее всего, был первичным. Это была первичная дегенерация костной ткани с вестибулярной стенки. Такое очень часто выражено у человека при ортодонтической патологии.